Приветик всем, ребята, Кента пока на проводе. И перед началом данного крутого видео я хочу разыграть 1000 BS-коинов. Все, что тебе необходимо сделать, это прямо сейчас поставить лайк. Во-вторых, необходимо подписаться на мой канал. И в-третьих, необходимо написать хороший комментарий, а также оставить свой ВК. Ну что же, поехали! И прямо сегодня вы узнаете самые крутые идеи, которые, возможно, будут в будущих версиях Блокстрайка. Так что, ребята, пожалуйста, если вам понравятся подобные идеи, обязательно ставьте лайки. Ну что же, идея номер один, и она самая крутая идея в этом видео. Ребята, добавить новый кейс под названием «Мифический». И в этом кейсе будут только ножи и только самое крутое оружие. Ну и, конечно же, он будет стоить 350 BS-коинов. Да, да, это дорого, но, ребят, мифический кейс того стоит. Следующая идея будет не менее интересная. Ребята, это добавить обновленный интерфейс. Да, 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 обновленный, крутой, удобный и понятный интерфейс. Вы просто на это взгляните, просто взгляните, как все круто, как все удобно, как все классно, как все красиво, самое главное, выглядит. Ребят, если вы знаете, то во всех играх в главном меню можно смотреть на своего персонажа. Почему так нельзя сделать в Блокстрайке? Стало бы гораздо-гораздо круче. Ребята, третья идея будет очень важная, и, пожалуйста, слушайте внимательно, потому что она очень-очень важна. В игре Блокстрайк, ребят, к сожалению, есть читеры, я их сам видел, есть читеры или багаюзеры, и они всех бесят, и с ними ничего нельзя сделать. Так вот, я предлагаю сделать так: если читер зашел на один сервер, его оттуда кикнули, к примеру, кикнули один раз, это идет как бы одно предупреждение. Потом он зашел на второй сервер и опять там начинает багаюзить, начинает там читерить и тому подобное, это второе предупреждение. И вот, если он так делает 5 раз, то, ребята, он автоматически получает бан. Я считаю, что это было бы очень полезно, и наконец-то бы это избавило Блокстрайк от всяких аутистов, потому что, ребята, их очень много. Я считаю, что это было бы очень полезно, если вы со мной согласны, то напишите ваше мнение по поводу именно этой функции в комментарии. И прямо сейчас небольшой интерактивчик. Ребята, пишите в комментариях ваши идеи. И все идеи, которые будут крутые, попадут в следующее видео, а также я их лайкну. Так что, ребята, прямо сейчас в комментарии пишите крутые идеи. Ну а также не забывайте писать ваше мнение по поводу моего видео. И, ребята, я еще раз напоминаю, чтобы получить 1000 BS-коинов, всего лишь надо поставить лайк, подписаться и написать комментарий. Ну что же, я всех сильно люблю, вы самые крутые, самые топовые подписчики на планете Земля. С вами был ваш Кента ПК. Всем удачи и всем-всем пока.